Старший брат для тех, кому нужна помощь. Первым, кто получил поддержку, стал ковровский школьник, чья семья находится в трудной жизненной ситуации. Ему активисты партии подарили кимоно для занятий дзюдо. Его ждет общая физподготовка, а потом начнется и обучение навыкам борьбы. Теперь старшим братом для мальчика станет его тренер. Он рассказывает, вовлечение детей в спорт поможет состояться им как личностям. Я сам пришел заниматься в 10 лет Сергею Михайловичу. Время было нелегкое, это были 90-е годы. Неоднократно тоже бросал занятия спортом, но благодаря тому, что Сергей Михайлович очень любил всех своих воспитанников, он каждый раз пытался с улицы затянуть детей обратно. И только благодаря ему я и мои товарищи остались в спорте и добились каждый своих результатов. Поддержать юного спортсмена приехала и глава города Коврова Елена Фомина. Она отметила профессионализм тренера, а также поблагодарила региональное отделение партии «Единая Россия» за продвижение проекта «Старший брат в Коврове». Данный проект реализуется в разрезе наставничества. Непосредственно тренер будет вовлечен в жизнь ребенка. Он будет ему не только как, скажем так, в виде спортивного деятеля выступать, но еще и как обычный человек, на которого ребенок будет равняться и желать стать таким же выдающимся человеком. Решение о запуске проекта «Старший брат» было принято на 23-й конференции Московского областного регионального отделения «Единая Россия» в 2019 году. Теперь в нашем регионе «Старший брат» – это возможность для детей не только получить материальную помощь в виде приобретения спортивной одежды или инвентаря, но и заниматься профессиональным спортом бесплатно. У нас в городе стоит определенное количество подростков в комиссиях по делам несовершеннолетних по ряду обстоятельств. Проект «Старший брат» направлен на социализацию таких детей и приобщение к спорту путем обеспечения досуговой деятельности и приобщения к занятиям с тематическим видом спорта. Кроме того, с помощью старшего брата детям планируют привить патриотические, морально-нравственные и семейные ценности, а также помочь адаптироваться в обществе. Партийный проект «Старший брат» и дальше будет помогать подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.